Дело в том, что ошибок я всегда совершаю очень много. Это вот последний раз, когда это было? Моя фишка. Да, это постоянно происходит. Просто размер ошибок начал падать. Вы знаете, профессионализм – это не вопрос, когда ты не совершаешь ошибки. Это вопрос, когда твои ошибки начинают становиться меньше и меньше, и твои результаты становятся стабильнее. То есть профессионализм – это про стабильность и уменьшение волатильности. Но без ошибок как-то скучно тоже. Нет, ошибки нужны, они нужны постоянно, и их нужно делать постоянно. Дело в том, что это единственный способ как-то эволюционировать и развиваться. Я не верю в развитие без ошибок.